Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Qubot Tab 10. И сейчас я покажу вам, как поменять рингтон данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел «Звук». Проходим вниз и выбираем рингтон. Здесь мы можем выбрать один из тех, что нам предлагается. Тут очень большой выбор. Либо мы можем прийти в самый низ, нажать «Добавить рингтон» и добавить что-то из нашей музыки. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.